Крюкохват. Мне нужно проникнуть в один сейф в Гринготсе. Не получится. Нам самим нет. С вами? Да. Меч Гриффиндора. Вот моя цена. Крюкохват. Будешь со мной под мантией невидимкой. Один Гристраж в сейфе Лестрейнджей. Найдем его? На шаг приблизимся к победе. Гермиона, как же мы уничтожим Гристражей без меча? На меньшее он не согласен. И меч не у него. Пока. Готов? Оборотное зелье выдыхается быстро. Он знает, что делает. Мадам Лестрейндж? Чем могу служить? Я хочу посетить мой сейф. Будьте любезны, вашу палочку. Из какой это стати? Они знают, возможно, обман. Их предупредили. Империо! Рад служить. Я вас провожу. Это что? Впереди! Я так и знал! Крюкохват! В чем дело? Гермиона, Рон, вы стали самими собой! Что? Гибель воров смывает любые чары! Вы кто? И вообще, как сюда попали? Охрана! Империо! Встретимся у сейфа, Гарри Поттер! Кахват с Боградом пойдут к сейфу кратчайшим путем. А нам нужно найти другую дорогу. Никогда так не углублялся в Гринготс. Ничего себе размерчик. Что это было? А что бы ни было, оно здоровенное. Похоже, голодное. Нужно пройти мимо охранника. Давай оглушим их, пока тревогу не подняли. Остолбеней! Воры! Воры! Если нам сразу не угриндаться, другого пути нет. Что, и здесь?
здесь охрана. Интересно, почему раньше Крюкохват не упоминал об этой гибели воров? Что там с дверью? Похоже, запечатано магией. Не волнуйтесь, я сейчас открою. Алхамора! Просто у меня всю дорогу чувство, что добром это не кончится. Слышите шум? Полная тележка охраны. Скорее прячемся, пока нас не заметили. Но это мы еще дешево отделались.